Всем доброе утро. Приехали в Старотитровскую. Наш основной рынок не работает. Пока еще не сезон. Сказали, будет либо в пятницу, либо в субботу точно. Вчера приезжала тонна машины с клубникой по 150 рублей. Вот сейчас пройдем на маленький рыночек, на маленькие ряды, посмотрим здесь, почем клубничка. А, 4400 это килограмм, 4400? Нет, это, наверное, лотов. Ну, вес 4400. А клубничка почем? А клубничка почем у вас? 200. А, вот это 200, да? Да. Вам надо? Так, сейчас посмотрим. Давайте свешаем, вот сейчас накладываем. А у вас почем? Это за килограммчик, да? Да, это простая, настоящая, без химии. Давайте едем. Вот это килограмм. 250, а это с коробочка 150. Коробочка 150. Да. Без химии. А у вас сколько? Вот это, а 120. Это лоток 120, а да? А там сколько вес? Кило. Ну чё, да вот и вон почём. А у вас почём? Ну берите по 100. Ну сейчас всех посмотрим. Сколько? 250. Ну, первый покупатель. А здесь сколько? А? Здесь сколько? Килограмм. Килограмм, да? Килограмм, ага. Да. Первым покупателям берите сладкое, хорошее. За 200 отдадите, да? Акция, да, у вас? Давайте все три заберем у вас. Да. А что вам стоять потом? Да. Правильно? Так, 400-600, верно? Больше. Давай сразу поставим. Что такое? А вот у него в руках. Сыноль, ты веточкой не маши, да, пожалуйста. Сыноль. А вот тот рыночек пока не это, да? А ничего-то нету, еще не открылся. А нечем торговать, только началась. Подожди. Так, и вот. И маленький, чтоб у вас... А своя клубничка? Конечно, или, да? Своя, да, ну, да. Прекрасно. Своя, я что, обманывать буду? Я не держите. Обманываю, ага. Спасибо все, большое. Мы уже забыли, почем у вас? А вы попробуйте наши, попробуйте. Вот это по 150, а ага. Тут меньше. Это 250, а вот это 200. Вы попробуйте. Какая по 150? Настоящая. Вот 153 коробки. Три да. Коробочку высыпать, да? Ну, наверное, да. Да. Вкусная. Не, спасибо. Отжичка классная. Спасибо. Да не. Мама, а что, Сереж? Мы что будем есть? Ну, чтобы она доехала у нас, и чтобы она не размазалась. В коробочке удобнее. Конечно. Стоять. Оттуда, туда, туда. Все, не в магнит. Не рассыпешь или я давай возьму? Мне. Она утрясется в машине подарок. Одну. Вот, может, все. Помойким, у меня и вода. Да не надо. Ты такая маленькая. К сожалению, большого рынка мы не застали, но цены здесь такие же, как и в Кучугурах. А маленький рынок находится буквально в пару минут езды от большого рынка. По прямой. Всем пока, до новых встреч!